Война нас застала в Киеве. Ну, киевское довоенное детство я очень хорошо помню. Я ходила в детский сад, очень любила свой город и сейчас очень его люблю. И особенно сейчас, когда там всякие неполадки, очень больно на это смотреть, потому что мы даже видели, как захватили мою школу, в которой я училась. Все это было, конечно, довоенное детство было хорошим, все. А когда началась война, есть даже такая песня, 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. И действительно так. Но интересно, что на 22 июня был назначен... ну, что ли, такой учебный день, предвоенный. И было объявлено, что нужно всем, что могут быть выстрелы, могут быть там всякие дела, и поэтому все должны с детьми спуститься в бомбоубежище. И вот когда в 4 часа начались бомбежка, то никто на это не обратил внимания, потому что ждали, что будет вот учебная такая тревога. Поэтому никто ни в какие бомбоубежища не шел, и ничего этого не было. Но уже часов в 9 утра, когда еще не объявляли по радио, видели, как военные бегут с повестками, читая что-то. И мы понимали, что это непростая учебная тревога. Уже в 12 часов по радио звучало объявление Молотова о начале войны. Сразу же с 22 июня немцы ночью и днем, не переставая, бомбили Киев. С первого налета начали погибать люди. Многие получили ранения. 9 июля, я это очень хорошо помню, бомбили киевский основной военный завод «Арсенал». И это было... Это даже нельзя передать, что это было. Потому что на «Арсенале» изготовляли оружие, и там был большой склад снарядов. И когда попала туда бомба, бомбили, рвались беспрерывно снаряды, и зарево на небе стоит. Было красное небо ночью, короче говоря. И после этого началась из Киева массовая эвакуация. Но мы с мамой, папа был на военном положении, еще оставался в Киеве, а мы с мамой уехали к бабушке в Кременчуг. Путешествие было тоже, вот как муж рассказывал, очень красочным. Мы ехали на пароходе по Днепру, солнце, лето, все было замечательно. Приехали в Кременчуг, а там тоже рай земной, солнце. Бабушка жила возле Днепра, и все было тоже замечательно. Вроде нет войны, ничего. Так было неделю. А потом начали бомбить мост через Днепр. А бабушка жила возле моста, и это тоже было ужасно. Маленькие дома и все. Кременчуг был тогда очень провинциальным городом, маленьким. И стало ясно, что там уже быть нельзя. И тогда мы уже бежали в Харьков. То есть тоже вот на открытых платформах, не на открытых, а в товарных вагонах, в которых привезли... Фронт уже подходил к Харькову, уже Полтава была занята немцами. И
привезли на фронт, привезли лошадей. Их выгрузили прямо у нас на глазах. Выгрузили из этих вагонов. И там еще были стойла такие, специально перекладины для лошадей. И нас погрузили в этот вагон и отправили. Неизвестно, под бомбежкой ночью это было. И отправили тоже, мы не знали куда. Ехали, неизвестно было, пункт конечный нашего назначения. Семья ехала полтора месяца. Постоянные бомбежки, нехватка еды, жуткие условия. Все это запечатлелось в памяти у 8-летнего ребенка. Привезли эвакуируемых в Южный Казахстан, где семья стала постепенно вживаться в новые условия. А поселили нас в клубе сразу, покотом все. А потом дали на окраине города в коммунальной квартире комнату. И там, значит, это был последний дом в городе. Дальше начиналась степь, и видны были горы Алатау. Очень красивые, кстати. И мы, дети тогда, мы решили, что раз видно горы, значит, можно до них дойти. И мы пошли. Мы полдня шли в один конец, а потом полдня в другой конец, потому что мы поняли, что туда не дойти. Где все время был папа? Папа был на фронте. Все время. Он был и под Сталинградом, он прошел всю войну. Под Сталинградом тонул, кстати. Он плавать не умел, и при переправе он тонул. Но, как он рассказывал, он не знает, кто его вытащил. Кто-то вытащил, как он оказался на берегу, он не помнит этого, не знает. Сначала было очень тяжко, но в эвакуации. Но потом тоже как-то все обустроилось. Дедушка, мама работала. Она работала машинисткой в юридической консультации. А дедушка был сапожник. И он работал, сапожничал. Ну и поэтому, в общем, как-то наладилась жизнь. Ну, в 44-м году мы вернулись в Киев. Киев, я же говорю, еще бомбили. По дороге еще бомбили. И ну вот так мы в 51-м году, в 44-м году вернулись в Киев за год, в апреле 44-го, за год до окончания войны. Киев был в руинах. Невозможно было отличить одну улицу от другой. И напомнит, как пленные немцы после войны восстанавливали Киев, и как она училась прощать их за все пережитое ими горе. Вот. Ну, в 51-м году я окончила школу. И так семейные обстоятельства сложились. Папа болел, был младший брат. Вот, и я пошла работать в библиотеку и поступила в вечерний институт библиотечный. В 56-м году познакомилась с моим будущим мужем. Вот. А он заканчивал политехнический институт и получил назначение на Урал, в город Магнитогорск. Проработала я в общей сложности почти 50 лет, потому что начала я работать с 18 лет и работала до последнего дня отъезда в Израиль. Вот. Работала в городской библиотеке, работала в республиканской исторической библиотеке. Это была очень интересная работа. Вот, если бы в молодости у меня была такая работа, я была бы счастлива, но получилось это уже на пенсии. В 90-е годы, когда начали уезжать, основное направление было Америка, второе направление было Германия, и третье направление было Израиль. Уезжали по израильским визам тогда, но уезжали не в Израиль. Ну, мы хотели в Америку, это уже муж рассказал, но Германия у нас вообще никогда не стояла на повестке дня, потому что представить себе нас в Германии с немецким языком и с немецким окружением, это было совершенно невозможно. Вот мы приехали в 98-м году в Израиль. Всегда благодарны Израилю, что нас приняли, что нас дали нам, в общем, нормальный образ жизни, соответствующий нормальному человеческому существованию.
И особенно нам было приятно и трогательно, что нам дали эту квартиру.